Сразу три городских маршрута сегодня начали курсировать по-новому. Изменения в схеме движения 45-го, 84-го и 89-го автобусов. Так, 45-й маршрут продлен до остановки улицы Созидателей. 84-й будет ездить по Лесопарковой, Казачьим лугам и Западносибирской. А автобус номер 89 теперь останавливается на улице Фармана Салманова. С подробной схемой можно ознакомиться на сайте Тюмень-Гортранса, в мобильном приложении Тюмень-Транспорт и по телефону горячей линии. Пассажиров для того, чтобы удовлетворить их потребности. Ну, так, к примеру, 45-й маршрут у нас изменился, при этом увеличилось количество транспортных средств на этом маршруте. Если раньше было 15 в будни, то сейчас будет 22. 89-й и 84-й маршруты также меняют небольшую свою конфигурацию. Один из них был изменен в связи с тем, что была введена новая дорога Лесопарковая вдоль озера Оброчная.